Всем привет! С вами снова бьюти-бабушка. И, как я уже сказала сейчас своему мужу, я иду снимать видео, которое не наберет большого количества просмотров. И не потому, что оно бестолковое, ненужное, бесполезное. Оно очень важное, очень нужное и точно будет очень толковым, потому что я заметила, как же девушки моего возраста начисто игнорируют что-либо новое. И если бы у меня был коммерческий канал, я думаю, я поступала бы, наверное, как все остальные блогеры. Я снимала бы видео на две темы. Лучшие сыворотки, лучшие кремы. Лучшие сыворотки, лучшие кремы. И в таком состоянии зомби 10 лет продолжала бы постить одно и то же с разными баночками. Но я хочу, чтобы мои зрители знали самое новое, самое интересное. И чтобы мои зрители, девушки с возрастной и не только кожей, были в курсе всего нового, эффективного и необыкновенно нужного для нашей кожи, что в мире производится. И сегодня у нас с вами будет наиважнейшая тема – это стики. Стики в Корее вошли в моду несколько лет назад, и как только они появились, их прекрасно восприняло бьюти-сообщество и корейские женщины. И сегодня я вам расскажу про стики от морщин, и не только от морщин, про самые разные и интересные. Но для начала вообще, что такое стик? Выглядит как гигиеническая помада, но несет в себе убойные заряды полезных ингредиентов. Стик отлит из бальзамов, из средств высокой концентрации. И именно поэтому вы так часто можете видеть стик-балм. Стики – это вещь многофункциональная. Они работают эластиками, стирающими с наших лиц морщины. Они работают увлажнителями. Есть санскрины стики, стики для проблемной кожи. И сложно представить себе косметичку, уходовую современной девушке или зрелой женщины, в которой нет стиков. В течение дня, много раз, сколько мне хочется, я дополняю свой уход за кожей стиками. И вам советую. Какие же стики у меня есть? Давайте смотреть вместе. Так, здесь у нас стики для ухода за кожей. Здесь у нас санскрины, стики. Но сейчас лето, да? Разгар лета. Давайте как раз с санскринов, стиков и начнем. И начнем с этого замечательного средства от Медипил. Это санскрин с центеллой азиатской. Посмотрите, какой он интересный. Санскрины, стики от всех корейских брендов. Это не только солнцезащита. Это всегда еще и уход за кожей. То есть это дополнительное средство ухода за кожей плюс санскрин, защита от солнца. И посмотрите, как он шикарно сделан. В середине зелененькая ампула, да, наполнитель с центеллой азиатской. А вокруг у нас увлажнялки, средства для лифтинга и всевозможные омолаживающие ингредиенты. В чем прелесть этой формы? Наносится везде. И крылья носа проходимся, и проходимся по носогубкам. И когда мы наносим этот санскрин на морщины, имеет смысл вот так вот, словно утюжок вставлять в морщину и проходиться. Они распрямляют морщины. Да? И каждый раз при нанесении санскрина стика мы еще и обеспечиваем себе великолепный массаж лица. И делать его нужно так, как мы все с вами знаем, от центра к периферии, снизу вверх. Средство имеет очень легкий аромат кислицы, не жирнится, не пачкается. И наибольшую пользу, да, из него извлекут девушки с проблемной кожей, девушки с раздражительной кожей, с чувствительной, жирной. Летом очень люблю этот санскрин, больше, чем зимой, потому что летом чаще бывают всевозможные высыпания. И он как-то больше у меня оправдан. Но на самом деле, в жарком климате для девушек с любым типом кожи, особенно чувствительной, да, проблемной, это просто замечательное средство. Очень его люблю. Следующий санскрин у нас от корейского косметического бренда K-Secret. Он меня недавно мелькал в... Да, эта крышечка от него выскочила. Недавно мелькал в пустых баночках. То есть это уже добитая версия. И не видно его на коже. Не ощущается вообще никак. Не жирнится, не пачкается. Санскрин с потрясающим составом. В этом средстве содержится 5 пептидов, 5 видов гиалуроновой кислоты и другие омолаживающие ингредиенты.
У него практически нет запаха, ну какой-то очень нежный такой присыпковый, едва заметный запах. И это санскрин из увлажняющей линии от этого бренда. Этот санскрин также великолепно задерживает влагу в коже. И подойдет для обезвоженной кожи любого типа. Потому что мы же знаем, что и жирная кожа может быть обезвоженной. Как узнать, обезвожена или нет кожа, посмотреть бабушкино видео, где бабушка делится конкретными методами, да, с помощью конкретно существующего копеечного приборчика, как можно определить влажность своей кожи, увлажненность. Без этого бесполезно начинать какие-то уходы. Совершенно невозможно узнать, работают ли эти уходы. И очень часто ко мне приходят знакомые, которые направляются, в принципе, уже на уколы ботокса, готовы к этому морально, физически, материально. И я говорю, давайте измерим вашу влажность кожи. Там влажность кожи 14-15%. Когда в возрасте, ну, допустим, в моем 50+, это, конечно, ну, 35%. Это было бы уже неплохо. То есть люди начинают увлажнять свою кожу, кожа молодеет, укрепляется, становится упругой, и никакие уколы им не нужны. Но большая часть людей не знают, какой у них процент увлажненности кожи, поэтому и допускаются ошибки в уходе. Ну, а вам я очень советую таким приборчиком обзавестись. Дальше. Санскрин стик, который только что вышел. И это стик из витаминной линии от Медипил. В нем есть уже и ампула, в нем есть уже и крем. И я уже в своих видео все эти средства показывала. А это санскрин стик. Просто замечательный. Здесь работает запатентованный витаминный комплекс, который еще и борется с пигментацией, кроме защиты от солнца. Здесь крышечка, чтобы санскрин не пересыхал. Да? И вот такая вот нежнятинка. Проходимся по коже, его не видно. И он имеет еще очень легкий матирующий эффект тоже. Аромат очень легкая, цитрусовая кислиночка, едва заметная. И это средство для возрастной кожи, теряющей упругость, эластичность, и для тех, кто борется с пигментацией. Кроме всего прочего, да, еще и максимальная защита от солнца. Замечательный совершенно санскрин стик, но только что вышел с пылу жару, я его уже опробовала, тестировала, и он бесподобный. Дальше. Посмотрите, какой у меня есть интересный санскрин стик от корейского люксового бренда Ахви. Его просто хочется сожрать. Это самое настоящее желе. Это желе прозрачное, да, имеет очень нежный аромат дорогих духов белоцветочных. И на коже его тоже не видно. Он не блестит, он не жирнится. И даже слегка матирует кожу. Ну, матирует как? Корейские санскрины, они не матируют в общепринятом понятии, да, этого слова у нас, европейцев. Матировать по-нашенскому – это значит впитать весь выделившийся жир. Нет, эти санскрины сдерживают выработку себума и не допускают того, чтобы наша кожа блестела. Кожа совершенно натуральный, имеет вид. Абсолютно, как вы видите, вот мне часто девушки пишут, какие-то белые полосы, какими-то ложками наносят. Где вы этих динозавриков откапываете? Санскрин, который оставляет на коже в 2024 году белые полосы. Смените вашего советчика по части косметики. Нельзя такое? Не, ну, можно, но не стоит такое покупать в 2024 году. Вот, пожалуйста, легкотня. Кидаешь в карман, никакими пальцами мерить не надо. Ни во что не нужно лазать вообще. Чудесный аромат, чудесное средство и полная защита от солнца. Вот такая вот прелесть еще с уходовыми компонентами убойными у меня есть. Это побитая баночка. Впир в мир и в добрые люди. Побила все рекорды в количестве моих заказов. Да, вот заказываю и заказываю. Люксовый корейский бренд Сум-37. Сделал невозможное возможным. Это бархатный санскрин, велюровый. Это санскрин, который дает нереальный велюровый финиш. Все эти санскрины наносятся в один слой. Очень часто девушки наши какую делают ошибку, когда запасаются вот такими корейскими санскринами. Она один слой нанесла и ничего не видит.
Он на коже, он есть, он защищает. Но нам-то не видно. Она носит второй, третий, пятый, 25-й. У нее все начинает блестеть, все начинает липнуть. И она пишет: «Бьюти бабушка, я из-за вас потратила напрасно деньги». А деньги за бьюти бабушки потратить напрасно невозможно. Потому что бабушка выбирает для себя всю косметику сама и сама для себя всю ее заказывает. То есть здесь мы с вами в одной упряжке. Бабушка, ежели нашла какашеньку, да, так она ей пользоваться будет. И вам ее уже не присоветуют, и в следующий раз не будет заказывать. Это санскрин, который матирует кожу, сдерживает выработку себума. И вот это велюровое чудо с нежнейшим ароматом, оно напичкано пробиотиками. Укрепляет защитный слой кожи. Почему его так полюбил Израиль? Вот это все не жирнится, бархатит кожу, является великолепным праймером, который улучшает еще и сцепление с декоративной косметикой. И даже в жару в израильскую не течет. Да? И я знакома с этим стиком, санскрином уже очень много лет, от него просто без ума. Это ежегодничек мой. И я вас сегодня не буду очень сильно перегружать санскринами и стиками, потому что у меня есть отдельное видео о санскринах, но не все они туда вошли. Здесь просто очень интересная форма. Это санскрин гуаша от Медипил. Он имеет форму гуаша. И когда мы его наносим, мы еще и делаем потрясающий массаж лица. Им очень удобно забираться в морщинки, за крыльями носа вот этим вот пройтись, шея. Его также можно использовать на руках, на ногах, где угодно, но меня душит жаба, я его использую, конечно, только для лица. Ну и для шеи тоже. Средство имеет нежнейший аромат. Здесь немножечко лилий, но лилии такие, знаете, со сладчинкой. И вот на этом стике санскрине Медипил оторвался по полной. Здесь есть пептиды, комплекс целый, да? Эктоин, замечательный ингредиент омолаживающий, коэнзимы есть, несколько видов гиалуроновой кислоты, низкомолекулярный коллаген нескольких видов. То есть это убойный антивозрастной бальзам-стик. И теперь уходовые стики. Но здесь не все, которыми я пользуюсь, здесь те, которые в моем регулярном использовании. И что касается стиков, как ими пользоваться, как их наносить? В течение дня, столько раз, сколько нам захочется, мы наносим стики от морщин, сюрприз-сюрприз, на морщины. Если у нас есть макияж на лице, все, что нам нужно сделать, это морщины протоптать. Не нужно стики в кожу втирать, достаточно протоптать. Вам покажется, что ничего на коже нет, на коже все прекрасно есть. Девушки часто спрашивают, вот мясные стики, как это все впитывается через макияж. Вы знаете, и ваш макияж прекрасно впитывается, даже если нам этого и не хочется. И стики впитываются, все в нашу кожу через поры великолепно в течение дня впитывается. Но если у вас нет макияжа, то можно, конечно, по морщинкам пройтись именно вот такими вот массажными движениями. Кроме того, можно в течение дня сделать еще легкий массаж всего лица с помощью стика. Это очень полезно. Стики также используются, все стики корейские используются на коже вокруг глаз, как кремы. То есть можно еще и на этом сэкономить. Крем для кожи вокруг глаз можно дополнительно не наносить или наносить только вечером. И у меня сейчас в руках потрясающий стик от морщин, от Медипил. Он двойной, как и его коллега, санскрин. И здесь есть пептиды, керамиды, ниацинамид, низкомолекулярный коллаген и огромный комплекс растительных экстрактов. Это стик, который строго нацелен на борьбу с морщинами. От Медипил. Аромата практически никакого не имеет. И это замечательная моя повторилка. Он, кроме всего прочего, подрабатывает и филлером, как большая часть стиков. То есть он заполняет собой морщинку. Края уже не выглядят такими резкими. Да? И лицо выглядит более гладким. Отличное средство. Так, и будем двигаться дальше. Дальше у нас по порядку замечательный санскрин от бренда De Alba. Тоже двойной и не случайно. И это бренд, который специализируется на белом трюфеле. Очень известен в России, его многие знают, и я его полюбила за мист с трюфелем. И это стик от морщин, филлер. Он делает морщинки менее заметными визуально.
Также убирает синяки под глазами, потому что он антипигментационный. В нем работают белый трюфель, низкомолекулярный коллаген, керамиды, гиалуроновая кислота, осветляющий кожу глутатион, витамин С, но это все еще, что вы думаете, 33 растительных экстракта. Можете себе представить, вот в такой вот хрени. И это замечательный осветляющий кожу стик, антипигментационный. Кроме того, что я наношу его на морщины, я наношу его на отдельные пигментационные пятна. Скоро мы с вами посмотрим на стик, который сугубо для пигментации предназначен. Но здесь вот такая смесь осветления плюс морщины. Просто потрясающий стик, мой любимчик. Дальше у нас кто тут? Ой, кто тут пожаловал? Это стик с волюфилином от моего любимейшего бренда Сидмул. Это стик, который я заказываю просто нон-стопом. Что в этом стике с волюфилином? Во-первых, волюфилин – это ингредиент, который пришел к нам из уходовых средств за грудью. И если волюфилин в состоянии поднять такую вещь, как грудь, то что ему наши носогубки? Это средство, которое возвращает молодые объемы лица. Отлично работает от отеков под глазами. Великолепно работает при проваленных подглазьях. Убирает морщины. И он очень легкий, очень нежный, приятный при нанесении. Не жирнится, не липнет, не пачкается. Да? И это одновременно филлер, который великолепно заполняет морщины. Вот таким стиком прошлись, потом нанесли макияж со светоотражающим кушоном и припудрили светоотражающей пудрой. И у вас будет на лице фотошоп в реальном времени. Дальше. Вот такой у нас есть стик у меня. Это корейский бренд категории Middle Market The Siam. И он использованный. Это пустая баночка. И здесь пусть вас не обманывает упаковка. Выглядит он детским. Но я вас сейчас очень сильно удивлю составом вот этого белого полярного мишки. Да? Здесь есть пептид. Один, но пептид, витамин С, глутатион, осветляющий кожу, и растительные экстракты есть, водоросли редкие, есть аденозин, есть аргинин с глутатионом, который тоже борется с пигментацией, и здесь есть ниацинамид. Все это делает его антивозрастным и антипигментационным. Это замечательный ранний антиэйджик, и он слегка охлаждает кожу. Это стик для кожи вокруг глаз, но его совершенно спокойно можно использовать на всем лице. И следующий у нас есть еще медведь. Да, два медведя – это сила. Это уже панда-медведь. И у меня просто, вы знаете, кровь идет из глаз, когда я вижу, как серьезные взрослые тетки-блогеры, 30-летние и более летние, на серьезных щах рассказывают, вот купи антивозрастной стик, это чудо, это не чудо. Это случай, когда производитель косметики на нас просто матом орет. Тетки, это же детское. Честное слово, дизайнер сделал все для того, чтобы мы поняли, это детское, это для младших классов и для подростков. На возрастной коже вот этому всему делать совершенно нечего. И это очень легкая охлаждалка для кожи вокруг глаз. Заказываю ребенке, она его любит, и заказываю иногда для себя, потому что я люблю панд. Ну, сидишь вот так за компьютером, в принципе, летом можно пройтись под глазами, но он как-то сильно не охлаждает. Я его функцию вижу по большей части в том, чтобы приучать к косметике молодую поросль. Потому что вот от такого они не откажутся. Это они будут использовать. И не надо возлагать на нее никаких, антивозрастных возлаганий. Так, дальше у нас идет люкс корейский. Ахви выпускает стик. У меня много стиков. Вот таких вот точно. Это стик из его самой увлажняющей линии, да, с керамидами. Что дают керамиды? Керамиды нам дают уверенность в завтрашнем дне по части упругости и эластичности нашей кожи. Стик легкий, воздушный, в коже исчезает сразу же. Этот стик подойдет для сухой кожи, очень сухой, для нормальной кожи и возрастной. Он прекрасен. Средство имеет нетипичный для Ахви легкий-легкий аромат кислицы,
барбарисок, кисленьких немножко цитрусовых, да? Очень приятный нежный аромат, очень свежий. Следующий корейский люксовый стик, это тоже бренд Ахви, и это их стик, набитый из линии с детским коллагеном. Детский коллаген – это не коллаген из детей, это коллаген как у детей. Эта линия разработана совместно с гарвардскими учеными, и эта линия помогает поднять уровень коллагена в возрастной коже до детского. Да? Удивительно. Это останавливающее время средство. Стик плотненький, но он очень хорошо впитывается и быстро исчезает в коже. И он подойдет для кожи, которую нужно восстанавливать. И он просто великолепен, как крем для кожи вокруг глаз. Ну, такой замечательный стик. Люксовые бренды вообще очень долго думали, прежде чем сделать какие-либо стики. Сначала пошел масс-маркет, а потом уже Космецевтика подтянулась, подтянулся мидл-маркет. И теперь вот люксовые бренды тоже выпускают стики. Следующий стик, я их заказываю часто. Да, у меня сейчас, наверное, из наборов еще подтянулись. Ну, это вот совершенно новый стик. Давайте мы его и не будем сейчас открывать. Да, все пригодится. Вот этот стик вот я уже немножечко использовала. Это стик от того же бренда K-Secret, от которого мы видели это замечательное чудо санскрин с гиалуроновыми кислотами. И это стик уже сугубо от морщин, без солнцезащиты, с коллагеном. Нежный, как детские щечки, бархатистый при нанесении. Стики некоторые имеют вот такую заглушку, крышечку, чтобы не пересыхали. В этом стике работают 5 пептидов, несколько видов гиалуроновой кислоты и богатый комплекс растительных экстрактов. Это стик для любого типа кожи, сугубо от морщин. Коллаген, да, укрепление кожи. Дальше. У нас с вами потрясающие стики с ретинолом. Ну, фактически это один и тот же стик. Скорее всего, один новый, а один начатый. Да, вот это новый, мы его пока отставим. И это знаменитый бренд Isaac Knox. Чем он знаменит? Он знаменит ретинолом. Это бренд категории middle market, который славится именно своими средствами с ретинолом. И ретинол у них легкий, да? И его можно использовать и зимой, и летом, и в любом климате. Можно совершенно спокойно посреди лета наносить это дело на морщины. Ретинол нужен для возрастной кожи, что бы мы ни говорили. И я люблю использовать ретинол именно вот в таких легких формах. Очень нежное средство с легким ароматом и строго от морщин с ретинолом. Дальше я вам покажу парочку стиков от очень известного корейского бренда. Это масс-маркет GM Solution. И это бренд, который выпускает потрясающие тканевые маски. Но он выпустил еще и стики. Стиков на самом деле в этой линии значительно больше. Это те, что у меня угнездились и прижились. И такой желтенький – это антипигментационный стик с витамином С, с витаминным комплексом. И вот этот очень хороший увлажняющий стик, который еще и кожу охлаждает. Здесь есть немножко экстракта мятки. Они не разгладят каких-то морщин, не всем это надо. Они именно вот такие, знаете, на ход ноги для профилактики и больше всего обрадуют моих любимых 35 и менее летних малявиц, да, которых я очень люблю, и у меня ни одно видео не обходится для того, чтобы я их не порадовала. Но сегодня мы с вами даже деток малых порадовали, да? Вот таким вот стиком замечательным, да? И такой у нас тоже для раннего антиэйджа. И вот эти стики из этой линии, кто бы что бы вам ни говорил, это очень легкий ранний антиэйджик, чтобы не допускать глубоких морщин, от которых потом нужно нудно, дорого и долго избавляться. Следующий стик будет немножко необычным, но я думаю, что многие из вас сталкивались с такой формой стиков. Это стик, тональная основа, но у корейцев никогда не бывает все так просто. Корейский люксовый бренд Ахви выпускает эту чудесную совершенно основу в виде стика. И это у меня уже второй заказ. За что люблю? Это очень удобное нанесение. Это невозможно как-то, знаете, неровно нанести, не получится. И это моя кожа, моя собственная кожа, но моложе. Все абсолютно прокрыто, все жилки, вся пигментация –
он обладает, этот стик, еще и светоотражающим эффектом, то есть он блюрит кожу, матирует, долго держится. Это универсальный солдат, это суперсредство с волшебным ароматом, типичным для Ахви. Это дорогие нишевые духи. Немножко свеженького огурца, чуть-чуть, да, с лилиями и с капелькой цитрусовых. Аромат потрясающий. Удобство не передать. Бросаешь вот так вот в сумочку, куда угодно, никаких тебе кушонов не нужно, все с собой. И кроме всего прочего, это защита от солнца максимальная. Да? 50+. SPF. Отлично. Мои самые теплые рекомендации. Я просто притащила его сегодня в студию, потому что показать вам хочется, что и такие стики бывают. Хотя уверена, что девушки, конечно же, видели тональные основы в виде стиков. Но такого, может быть, и не видели. А мои постоянные зрители видели точно. И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно это сделайте, чтобы смотреть по 3 раза в неделю на потрясающие новинки. Это стик. Тот же бренд, который мы с вами уже видели, с ретинолом Исак Нокс. И вот он, да, вот он, стик строго от пигментации, о котором я вам в начале видео говорила. Вот оно, то ружье на сцене, которое должно выстрелить. Сейчас выстрелит. Это стик, который наносится точечно на пигментные пятна, когда они отдельные и большие. На все лицо этот стик можно наносить, но смысла в этом нет никакого вообще, потому что для лица есть антипигментационные кремы. Да? И этот же стик рекомендуется наносить на кожу вокруг глаз, если там есть сильная пигментация. Он имеет едва заметный, чуть-чуть барбарисковый, чуть-чуть кисловатенький, сладковатенький и немножечко цитрусовых аромат. Очень вкусный и очень приятный. Сразу же впитывается в кожу, и я люблю наносить его на чистое лицо, только что вымытое. Так он лучше убирает пигментные пятна, он замечательно их выводит. Большие вот такие, даже застарелые пятна наносим 2 раза в день до всего ухода и обновляем в течение дня, по косметике не стесняемся, столько раз, сколько нам хочется. И что в этом стике еще интересно? Он убирает прыщи и постакне. И это средство, которое можно также точечно наносить и на воспаление прыщи, и на постакне тоже. Матирует кожу. На коже не заметен. Уникальное средство. Просто уникальное на самом деле. Так, дальше у нас с вами Манюня. Манюо Фактори. Да? Недавно, ну как недавно, наверное, с год назад, к Рождеству, по-моему, да, он разродился стиком от морщин на основе своей сыворотки из линии V-коллаген. Чем интересен этот стик? Им мы обрабатываем не только морщины, не только все лицо, но и проходимся по контурам лица. Это линия, которая создает V-образный контур лица, который так высоко ценится в Корее. И здесь работает коллаген, здесь работают растительные экстракты, и это бренд, который заявляет, что где-то на 92% у них продукция растительная. Линия для раннего антиэйджа. Если вы не хотите большие брыли в возрасте, то заказываем вот такой стик и проходимся несколько раз в день по контуру лица. Можно проходиться им же и по морщинкам, и вокруг рта, и под глазами. Пожалуйста. Прислуга за все, как по-никовски. Но упор здесь, конечно, на контур лица. И в возрасте он тоже помогает контур лица поддерживать. Так. И у нас с вами корейский люксовый бренд Sum37. Который выпустил стик в своей знаменитой секретной линии. Эта секретная линия вышла у них, линия с пробиотиками, вышла как ответ на японскую знаменитую косметику с пробиотиками SK2. И разбили японцев-корейцев здесь на голову. Эта линия намного лучше, корейская. В этом стике работает большой комплекс растительных экстрактов. И здесь есть пробиотики. Этот стик гениален для девушек из жарких стран. Во-первых, он быстро впитывается, он очень нежный, и он, ну, это просто шикарный бальзам при нанесении. Маскирует морщины, работает филлером, и он уплотняет кожу. Кожа лучше защищает себя от ультрафиолета, меньше старится. Ну, собственно говоря, плотная кожа, она себя от морщин защищает, и от прыщей, и от чего угодно.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, используете ли вы стики, и если используете, то какие. Вот такое у нас сегодня получилось видео. Вот такое сегодня получилось видео. И я очень надеюсь, что и это видео было для вас интересным, информативным, и что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо всем, кто сегодня случайно или же умышленно заглянул на мой канал. И до следующего раза. Всем пока!